Хлеб, яйцо, макароны, консервы – эти продукты стоят на отдельной полке, но они не просрочены и не бракованы, на них просто нет ценника. Это так называемая безвозмездная витрина. Продукты с нее можно взять бесплатно. Такую благотворительную акцию организовала владелица магазина на Центральной улице Владивостока. Она направлена на помощь малообеспеченным людям – пенсионерам, матерям-одиночкам и многодетным родителям. Сейчас в период кризиса часто люди заходят и хотят купить, но не могут. То есть у них как бы возникает проблема финансового такого порядка. И бабушки с дедушками, часто многодетные родители заходят, посмотрели и ушли. Помимо самых востребованных для жизни продуктов, здесь есть и другие товары первой необходимости, такие как салфетки и туалетная бумага. Ассортимент обновляется и пополняется каждый день. Директор магазина наполняет полку за свой счет и призывает других людей поддерживать благотворительность. Для этого посетителям предлагается купить продукты и положить на бесплатную витрину. Бесценная полка действует чуть больше недели. За это время свыше 5 человек уже пополнили ассортимент. Как студент, я знаю, что у нас очень много людей, которые и живут в проголодь, особенно среди молодежи, среди пенсионеров, и просто так даже есть лишние деньги, то всегда можно купить что-то и положить. По словам хозяйки магазина, малообеспеченные люди скромные приходят и берут лишь несколько из предложенных товаров. За неделю был только один случай, когда женщина сгребла сразу все продукты с полки. Несмотря на это, хозяйка магазина надеется, что идею бесплатных продуктов поддержат многие торговые точки города. По ее мнению, это не приведет к иждивению, а поможет социально незащищенным людям. Ирина Мокрицова, Александр Бартовщук, новости на Восьмом.